Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о предстоящей пробной переписи населения 2018 года. Это большой ключевой этап подготовки к главному событию десятилетия всероссийской переписи населения 2020 года. Она имеет свои ключевые особенности. Давайте я о них немножко расскажу. Пробная перепись населения пройдет в два этапа. Первый этап пройдет с 1 по 10 октября. Этот этап является всероссийским. То есть каждый житель может самостоятельно переписать себя и членов своей семьи на портале госуслуг. Для этого ему потребуется иметь подтвержденную учетную запись. Как мы знаем, на сегодняшний день зарегистрироваться очень просто. Если вы являетесь пользователями таких сервисов, как Сбербанк Онлайн, Тинькофф Банк и Почта Банк, вы можете самостоятельно пройти весь путь регистрации через свое мобильное устройство. Для подтверждения учетной записи также вы можете обратиться в другие центры обслуживания, со списком которых вы можете ознакомиться на сайте esea.gosuslugi.ru. Второй этап переписи, он уже будет традиционным, но пройдет не по всей Российской Федерации, а только в 10 районах, в 9 субъектах. По Республике Саха-Якутия будет участвовать Хангаласский улус. Переписчики будут ходить по домохозяйствам и записывать сведения со слов граждан в переписные листы. Призываю всех жителей Республики Саха-Якутия принимать активное участие в пробной переписи населения 2018 года, потому что это очень большой вклад в развитие государства. Ведь, как мы знаем, результаты, полученные в ходе переписи, играют огромную ключевую роль в развитии не только Республики Саха-Якутия, но и Российской Федерации в целом. Спасибо за внимание.